Это все? Так, это семейные врачи? Да, это семейные врачи. А что так мало? Это как? Ну, понятно. Два на ум пошло. Итак, время пошло. Итак, уважаемые дамы и господа, врачи, семейные врачи, врачи семейной медицины на Княжеской расположились уже в партере у нас, и врачи семейной медицины в районных центрах также уже практически все, я вижу, присоединились к нам. Надеюсь, хорошо видно и слышно. Вижу по значку по приему сервера, что видно и слышно хорошо. Чуть-чуть я еще подвину камеру. Сегодня у нас 26 февраля, 14 часов и счастливые 13 минут, и мы начинаем наше сегодняшнее занятие. Мы начинаем КВН, да. Да. Добрый день всем присутствующим. Значит, я детский гинеколог, то есть я вам немножко расскажу о том, что такое детская гинекология, для чего она вообще, что она существует и как оно вообще все выглядит. Что вам с ними придется сталкиваться и, в общем, отвечать на разные вопросы и решать разные проблемы и так далее, тому подобное. Значит, специальность, ну, достаточно редкая, но, в общем-то, существующая и необходимая. Многие просто задают вопрос, зачем вообще нужно смотреть девочек, там, не живущих половой жизнью, или вообще до 18 лет, но проблем у них достаточно, поэтому придется, а вам будут приходить, конечно, спрашивать мамы, сами дети и так далее, о том, что, чего, как у них должно быть, что им делать в случае беременности, там, как предохраняться, потому что сейчас половой жизнью начинают жить достаточно рано, вы все это все знаете. В общем-то, проблемы с подростковой беременностью, самая, в общем-то, такая, которая вам, скорее всего, придется столкнуться, и с каждым годом все больше и больше. Вот у нас на днях девочка 13 лет родила в роддоме в областном. Ну, это, в общем-то, нельзя сказать, что это какой-то раньше там 16 казалось, это уже просто ужасно. То сейчас уже 15, 14, 13, даже 12 было в прошлом году. Рожала девочка, в общем, нормально родила, слава богу, все хорошо закончилось. Вот. Хотя у них, конечно, есть свои особенности, и с этим придется сталкиваться еще до какого-то периода. На наше счастье, большинство тех, кто к нам приходили в таком возрасте, хотели прерывать эту беременность, но удалось их уговорить, в этом случае, родителей, вынашивать это все дело. И все закончилось у нас в роддоме благополучно родами и, в общем, рождением нового человека, что есть хорошо. Вот, значит, что, ну так, для, хотя, в общем-то, у нас так вот градация такая получается. Дети это от 0 до 14, хотя, в принципе, по другим классификациям до 12. Подростки с 14 до 18, на молодежь с 15 до 24. Почему до 24? Потому что 24, как правило, у них происходит уже социальное взросление, то есть они к 24 годам уже, как правило, большинство создают свои семьи, отделяются от родителей уже просто чисто экономически и морально. Вот. Хотя трудно представить себе, если она в 12 лет рожает, что ее можно назвать ребенком, но, в общем, так считается. Значит, профосмотры начнем сначала, как говорится. Девочек смотрят, гинекологи, желательно, конечно, детские. Но в городе, по всему городу Одессе, в каждой женской консультации имеется детский гинеколог. Ну, во всяком случае, хотя бы номинально, но на полставки, на ставку, или даже у нас есть две консультации, где на полторы, есть детский, в зависимости там, от территориального контингента. А вот есть детский гинеколог, который занимается и профосмотрами, и лечением заболеваний, и ведением беременности. Вот, так что в женских консультациях города есть везде. А что касается ЦРБ, то в основном там буквально только нескольких есть детские гинекологи, остальные либо по совместительству, либо же просто принимают все гинекологи. Ну, как бы это кто-то из них отвечает за детей. Профосмотры должны проводиться в 3 годика, ну, перед поступлением в садик, в 6 лет перед школой и в 15 и 17 лет. В это, значит, проводится, профосмотры должны проводиться вообще, либо в женской консультации, если это город, вот, ну и вообще осмотр девочек. Либо же, если это ЦРБ, то только в условиях либо ЦРБ, либо женской консультации. То есть там вот эти все осмотры на ФАПах, в школах и так далее и тому подобное, как оно было раньше, оно, в принципе, скажем так, очень сильно не рекомендуется
законодательно. Почему? Потому что сейчас очень время, последнее время пошло много жалоб, всяких склок и прочего-прочего. Доброжелатели, которые очень любят медработников, с которых с каждым годом все больше и больше, будут писать жалобы и говорить, что вы, значит, нарушили их права и все такое прочее. Вот, поэтому, если вдруг вам в дальнейшем, я потом скажу, с жалобами обращаются девочки и подростки, там, соответственно, до 18 лет, то надо их нацеливать либо на ЦРБ, то есть к гинекологу направлять, либо в женскую консультацию по месту жительства. Значит, что вы делаете, ну, на первом уровне? Значит, просто первичный осмотр, то есть вы осматриваете, ну, расспрашиваете. То есть, что беспокоит, жалобы и так далее, анамнез, характер менструальной функции, если она, например, еще не менструирует, то, соответственно, чем болела там и так далее, тому подобное. Значит, если жалобы имеются, значит, обязательно оповестить родителей, маму, папу, ну, если мамы там нет, бабушку, дедушку, то есть любых совершеннолетних родственников. Почему? Потому что, в принципе, ребенка, особенно до 15 лет, надо осматривать присутствие взрослых родственников. Если вдруг по какой-то ситуации, ну, вдруг нет, привезли, доставили и так далее, должно быть как минимум еще два свидетеля. То есть, ну, вот, например, вы доктор, соответственно, не две медсестры, а еще хотя бы один доктор и медсестра или акушерка. А еще уже три доктора, это вообще прекрасно, как говорится, заведующий. Почему? Чтобы не было каким-то каких-то жалоб, типа, декларировали, еще что-то, не так посмотрели, еще что-то. Вот, во всяком случае, три росписи, соответственно. Вот, то есть, потому что бывают всякие ситуации. Девушки потом где-то жили половую жизнь, кто приходит, говорит, это мне в консультации, значит, все сделали. Вот такое вот. Или занесли какую-то инфекцию, или еще что-то, как у нас сейчас все умеют красиво жаловаться. Потом самое главное, что там не, может быть и недоказуемо, но нервов попортят. Значит, поэтому, естественно, они должны приходить к кем-то из родственников. Пусть это будет старшая сестра, хорошо, но она должна быть уже совершеннолетней. Ну, соответственно, бабушка там, папа, так далее, и тому подобное. Значит, если у них есть какие-то жалобы, что-то такое, ну, вот дальше там будет уже список, ну, что именно. Вот, значит, вы их направляете к акушер-гинекологу, либо к детскому гинекологу. Значит, давайте дальше. Сейчас я там уже следующий. Вот, значит, что, либо врач, либо медсестра, жалобы, понятно, то есть что беспокоит, сбор анамнеза, как ходят месячные, есть ли задержки, кровотечение, есть ли какие-то боли, что болит живот, не болит живот, тошнота, рвота, отправление и так далее, осмотр просто визуальный, как оно выглядит, есть ли откуда-то кровянистые выделения, травмы, еще что-нибудь там, увеличение живота, неправильный рост волос, рост, вес, измерение давления, пульса, температуры, пальпация живота. Ну, в принципе, выделения, если есть, значит, вы их описываете. Вот. В дальнейшем, значит, в принципе, на первом этапе, если уже там только какое-то обильное кровянистое выделение, то можно уколоть что-то кровоостанавливающее, померить давление, если у него вдруг повышенное давление, наоборот, пониженное, что-то как-то скорректировать. Но, в принципе, осмотр... Да если там вдруг, не дай ему какая-то травма, подозрение, сексуальное ну, повреждение, насилие или так далее и тому подобное, то все равно, если это город, то это, естественно, надо направлять их в центр в этот прижизненного свидетельствования лиц, который раньше был в Красном переулке, сейчас он куда-то переехал, я, честно говоря, не в курсе. То есть, но вдруг бывают такие ситуации, что они не могут, если это район области, то иногда приходится осматривать любому врачу. При этом, значит, вы не ставите диагноз, вы просто описываете там-то, там-то, ссадина, такая-то, размеры такие-то, вид такой-то, к примеру. Гематомы, соответственно, то-то. Там какие-то повреждения ткани, еще что-то, то-то. Все. Вот это вот все подробно надо записать, и дальше оно передается, соответственно, дальше на другой уровень. Значит, с чем могут обращаться? Значит, необычные выделения могут быть, то есть либо необычные, но в большем количестве, либо необычные необычного вида, то есть зеленые, желтые, с неприятным запахом, в большем количестве, зуд, жжение, еще что-то, и так далее и тому подобное. Кровянистые, не в то время, которое должны, если это девочка, которая не менструирует, то, естественно, там меньше по возрасту, значит, соответственно, и жалобы какие-то связанные с ними, с этими выделениями. То есть там мацерация наружных половых органов, зуд,
расчесы и так далее. Необычный вид наружных половых органов имеется в виду, если они не соответствуют полу, ну, заявленному, то есть если это девочка, а там вдруг увеличенный клитор, половые губы не такого вида, как-то вообще вульва выглядит не так, как должно быть, оволосение не того вида, то есть, соответственно, тоже. Это может быть даже сразу отправлять, если вот оно уже настолько необычно выглядит, то лучше сразу на третий уровень, то есть это в областную больницу. Травмы таза, промежности половых органов, понятно, то есть это я, они могут падать там просто на какие-то заборы, велосипеды и все такое прочее. Но желательно, конечно, расспросить, узнать, потому что рассказывать могут, но все что угодно. Нарушение менструальной функции, болевой синдром. То есть, по сути дела, как вот считается, что месячные должны быть болезненными, и женщина должна, считается так, что месячные должны быть болезненные, токсикоз должен быть всегда, и климакс должен быть ужасен. И вообще все это мифы, которые не должны соответствовать действительности, то есть с этим надо бороться, это в общем не должно быть так. А вот, значит, как правило, у чаще у девушек, что касается боли во время месячных, как пока менструальная функция не устанавливается, то есть первый год, чаще всего. Иногда второй год месячные, как правило, безболезненные. Как, если появляются боли, то это, как правило, показатель начала овуляторных, то есть регулярной менструальной функции овуляторных циклов. И это у них может продолжаться какое-то время, у кого-то до 18, у кого-то раньше проходит, у некоторых до самых родов, за счет того, что сама шейка матки узенькая, тонкая, у них очень много простагландинов, они способствуют спастическим сокращениям матки во время месячных, и за счет этого, ну, то есть она, получается, происходит вот у маленьких девочек менструация, особенно если она обильная, по типу как мини-роды, то есть вот эти все сгустки пока протолкнутся вот через ту шейку матки, за счет этого вот эти боли. Ну, надо исключить, конечно, другую, то есть если они регулярно говорят, что действительно ей очень плохо, у нее очень болит живот, может быть тошнота, рвота, даже иногда в первый день, то есть когда шейка чуть приоткрывается, то лучше пусть ее посмотрит детский гинеколог или взрослый, УЗИ, там контрольное для исключения всяких других проблем. Нарушение менструальной функции. Значит, может быть, первый год, если начинаются месячные, могут быть задержки до месяца, двух, иногда нерегулярные. Если ей там 11, 12, 13 лет, то за этим можно понаблюдать, если задержки. Если же они чаще всего, вернее, опаснее будем говорить, так это обильные месячные, то есть кровотечение. Если кровянистые выделения обильные, больше 6-7 больших прокладок таких ночных в день, и если они продолжаются больше недели, там 8 дней, то можно считать, что это кровотечение. Оно называется кровотечение пубертатного периода, или раньше называлось ювенильное кровотечение. То есть оно не должно быть, потому что взрослая женщина обычно, если она кровит больше там 10 дней, она, как правило, все-таки обращается к гинекологу. А дети, они могут, родители за ними могут наблюдать, бог знает сколько времени, пока она уже не падает в обморок. То говорят, а мы ждем, что оно само пройдет, но у нее же месячные так становятся. Я ему говорю, вы бы в полтора месяца бы с кровотечением дома сидели. Ну, вот, а такое бывает. Бывает иногда, что родители уже практически заносят с гемоглобином, там 35, к примеру. Вот, то есть, если оно продолжает, я говорю, сам цикл вообще нормальный, то есть количество, ну, как сама менструация, будем говорить, обычно нормально от 3 до 7 дней считается. Менструальным циклом называется, ну, как скажем так, понятие это от первого дня одной менструации до первого дня следующей менструации. Некоторые говорят, менструальный цикл это сама менструация путают. Или, например, от последнего дня считают до первого. Нет, именно от первого до первого. Вот это вот количество дней, это называется менструальным циклом. Он может быть в норме от 21 до 35 дней. То есть не обязательно, что вот месячные должны приходить день в день. Они могут приходить чуть раньше, чуть позже. Главное, чтобы оно было регулярно и задержки были там не больше, чем там на 5-7 дней. Если больше 10 дней, 2 недель, это уже нарушение цикла. А вот, значит, если задержки там 2 недели, 3, до полугода, будем говорить, это называется опсоменорея. Если же больше 6
Есть, можем продолжать. Прекрасно. Значит, отсутствие, вернее, если месячных не было вообще, и девочке больше 15 лет, то это называется первичная менорея. Если же у нее месячные хоть один раз уже были, и после этого больше полугода нет, то это вторичная менорея. Если месячные идут чаще, чем раз в 21 день, то это называется проеменорея, то есть частые месячные. Так, то есть вот эти все вопросы, если они вот вам задают, то есть вы уточняете, соответственно, с каким-то предварительным диагнозом таким вот можете направлять к ним. То, что называется болезненные месячные, это альгодисменорея. Вот. Так, дальше, значит, кроме того, значит, а вот отсутствие менструации до 15 лет. То есть раньше считалось, что можно ждать долго-долго-долго, но во всяком случае еще лет 20-30 назад считалось, ну, что месячные начинаются с 12 где-то до 17. Сейчас нормой начала менструации по Украине считается с 9 до 15 лет. То есть есть достаточно много девочек, которые начинают менструировать 9-10 лет, крупненькие, южные обычно начинаются раньше. Вот. У тех, у кого, что касается, кстати, вот этих ювенильных кровотечений, то, как правило, чем раньше начинаются у девочки месячные, тем более они склонны к кровотечению. То есть организм еще не совсем зрелый, не совсем готов к тому, чтобы, в общем-то, нормально менструировать. То есть мамам объясняют, что это не потому, что их там Бог так наказал, а вот такой вот организм. Для того, чтобы начались месячные вообще у девочек, как правило, значит, должно быть сразу несколько, ну, таких сочетаний, комплекс признаков. Первое, значит, у нее сначала идет ростовой скачок, то есть они сначала начинают расти. Потом через год-два, когда они, значит, уже перемахивают ногу обычно всех своих сверстников, мальчиков, а то и больше. Потом этот рост останавливается. К этому моменту они должны достичь где-то критической массы, не меньше 40 килограммов. Ну, если она, конечно, совсем маленькая, миниатюрная, может быть и меньше, но, в принципе, 40-42 килограмма. То есть, обычно, если они меньше весят, месячные еще не идут. То есть, количество жировой ткани должно быть где-то 20% в организме для того, чтобы началась менструация. У них уже должна быть сформирована достаточно грудь, то есть хорошо видна такой конической формы, достаточно уже развита. Полностью волосами подкрывается подмышечная впадина и лобок, причем такими кудрявыми же, не прямыми, тоненькими. Вот. И уже на фоне, когда вот собираются вот эти все признаки, обычно начинаются месячные. Если они начинаются раньше, значит, это может быть даже вот ничего, например, нет, и вдруг пошли месячные. Это уже говорит о том, что нарушено половое созревание. Или же наоборот, все вот это есть, а месячных нет. То есть опять-таки их надо направлять хотя для УЗИ, для обследования на второй или на третий уровень. Вот. Если до 15 лет месячных нет, и нет до 13 лет признаков, даже до 12 признаков полового созревания, то есть роста груди, появления волосений и так далее, то их тоже надо направлять к детскому гинекологу. Если появляются признаки полового созревания до 9 лет, то есть рост груди, волос под мышками, на лобке и так далее, там, как говорится, телосложение соответствующее, то надо направлять тоже к детскому гинекологу. Так, тазовый болевой синдром, то есть, в принципе, если есть боли в животе, ну, у этого часто хирурги и все остальные, в общем-то, придерживаются, то есть у нас вообще, я смотрю, такая практика, если у девочки болит живот, первые почему-то начинают с гинеколога, даже если и годик. Хотя, может, в этом что-то есть, но он хотя бы знает потом, ну, гинеколог, куда дальше можно направить хотя бы, потому что мамы могут сидеть очень долго дома и ждать, что рассосется само. Увеличение живота в объеме понятно, то есть это может быть опухоль, киста, беременность в более старшем возрасте, ну и какие-то другие заболевания, не связанные с гинекологией, но все равно надо обследовать. У нас вот буквально неделю назад прооперировали девочку в областной детской с большой опухолью до пупка, практически 3 годика. Опухоль феминизирующая, то есть выделяющая женские половые гормоны. Мама обратилась только потому, что у девочки начались кровянистые выделения из половых путей. 3 года. Ну, такие необильные, но похожие на менструацию. И немножко начала расти грудь. Вернее, на грудь никто не обратил внимания, кроме нас, гинекологов. Ну, в общем-то, она так пухленькая и такая уже телосложение немножко вот по женскому типу, кругленькая и так далее. Вот если бы она была постарше, то уже можно было сказать, как вот маленькая женщина. Вот. И рост волос на лобке повесил. Но это никого не это самое не заинтересовало. И живот начал увеличиваться. Она, ну, опухоль была, вот ее удалили, где-то с крупный мужской кулак.
Вот. Она продуцировала гормоны, соответственно, вызывающие вот такие вот изменения. Но уже, я говорю, на живот никто не говорил, а вы видели, что живот как-то увеличен. Ну, она у меня полненькая, она хорошо кушает. Вот, в общем-то, и все. Ну, то есть, вот это вот все в комплексе может тоже насторожить, обратить на себя внимание. Начало половой жизни, естественно, что если ей там 14, 15, 16 лет, вот она пришла и сказала, вот так и так, я вот живу половой жизнью, там, либо меня что-то беспокоит, или там ничего, но мне нужно вот проконсультироваться. На худой конец вы, в принципе, можете проконсультировать на предмет, как ей предохраняться, чтобы 14 или 15 лет не забеременеть, и все такое, и что ей надо делать для того, чтобы не заболеть там разными заболеваниями, передающимися половым путем. Если, в общем-то, там какие-то сложности, то тоже лучше к гинекологу, потому что если ее при этом что-то беспокоит. Вот. У некоторых, например, после начала половой жизни, в любом случае она контактирует с какой-то другой микрофлорой, появляется такая вещь, раньше называли цистит девственниц. То есть она начинает жить половой жизнью, но приобретает уже его, соответственно, всю флору. И, соответственно, какие-то микробы, которые все равно вызывают воспаление, чаще всего у них это проявляется именно циститами, ну, либо усилением выделений. То есть пусть гинеколог посмотрит, что там, как там и так далее. То есть и можно, нужно даже будет направить детскому или обычному гинекологу. Субфибрилитет неясного генеза, понятно. Сейчас, конечно, много разных заболеваний, в основном туберкулеза и всего прочего. Токсоплазмоз, бруцеллез, там огромное количество инфекционных заболеваний. Вот. Но дело в том, что если это, например, больше 38, то это надо опять искать либо инфекционные заболевания, либо хирургическую патологию, либо заболевание почек, а вот если оно так вот тянется 37,3, 37,5, то все равно гинеколог тоже, так же, как и при неясных болях в животе, соответственно, необходим. Нарушение оволосения, понятно, то есть если идет оволосение по мужскому типу, то есть рост волос на низу живота, вокруг сосков, на груди, на лице по типу усиков бороды, на пояснице, на ногах, то есть может быть тоже, если еще обильная угревая сыпь, чаще бывает не только на лице, но и на спине, груди, вот, то тоже их желательно направить к гинекологу, или у нас даже есть такая, такой доктор, как гинеколог-эндокринолог, ну, в областной больнице, например. То есть он занимается не сахарным диабетом, не заболеванием щитовидной железы, а именно вот гормональными такими нарушениями работы яичников, надпочечников, которые могут вести потом в дальнейшем еще к нарушению менструального цикла. Боли в молочных железах, выделение сосков, ну, понятно. То есть вы их просто смотрите, щупаете. Вот, если обнаружите какие-то уплотнения или выделения, вот, то, соответственно, тоже направляете либо к гинекологу, просто гинекологу можно даже, ЦРБ или женскую консультацию, либо же к хирургу, либо лучше к маммологу. Ну, а там уже, как говорится, куда они попадут. Значит, что касается выделений сосков, особенно настораживать должны красные, коричневые, черные выделения. Если они белые, прозрачные или там желтоватые, то это, в принципе, как правило, какой-то гормональный сбой иногда бывает. Ну, в принципе, оно не так опасно, это какое-то время можно там наблюдать и так далее. Ну, не сильно долго, но во всяком случае. Если же они красновато, коричневато, черные и так далее и тому подобное. Это может быть внутрипортоковые папилломы, предраки, раки и так далее и тому подобное. То есть оно более... Что некоторые приходят и говорят, я вот кормила грудью, у меня уже 3 года, а есть, мол, белые выделения из груди. Такое может быть и достаточно долго. То есть это не страшно. А вот такие выделения темные должны насторожить. Значит, да, вот я тут же говорю, осматриваться в присутствии либо совершеннолетнего родственника или не менее 2 медработников. Давайте дальше. Значит, ну это я просто говорю, что желательно, если ну, у вас идет где-то прием вот таких вот девочек, то они должны, естественно, опрашивать их не в присутствии каких-то посторонних, не суждать, не пугать, имеется в виду, потому что некоторые попадают, женщины, ну, врачи более, как ты можешь, ты с ним спала, и тому подобное, начинает их ругать и так далее, она развернется, она уйдет, она больше никуда не придет, неизвестными последствиями и будет скрывать от всех, а ситуации бывают разные. Вот, не пугать, не так далее, то есть попытаться им объяснить на их каком-то доступном уровне, что им нужно обратиться, как правило, в ЦРБ все-таки либо детский гинеколог имеет свой кабинет отдельный, ну, какой-то прием в отдельные часы, либо их принимают все-таки в выделенное время, должно во всяком случае быть. Вот, в городе, естественно, детского гинеколога свой кабинет и тоже, соответственно, свои часы приема. Но не назначать им, ну, какой-то, ну, кроме такой самой ургентной помощи, ну, вдруг, как говорится, травма, то есть кровоостанавливающее что-то такое, вот,
Вот, если же вы, например, там назначаете, вернее, рекомендуете какую-то, например, методы контрацепции и так далее, то есть вы их, как требуется, демократическими, как говорится, предписаниями, вот, значит, объяснить, что, как, чего, что, как принимать, но она должна, по идее, сама сделать выбор, если ей больше 15 лет. Что касается, кстати, контрацепции на будущее, то есть если они обращаются по поводу того, каким методом им предохраняться лучше, то вы им там рассказываете кратко, что и как. Вот, если она старше 15 лет, она имеет право сама, то есть об этом не надо там сообщать маме и так далее, если она живет уже половой жизнью, она имеет право сама выбирать, каким методом ей пользоваться. Ну и рекомендовать временное воздержание, то есть ваша задача просто им, ну так сказать, доброжелательно объяснить, сказать, что давай ты это начнешь жить половой жизнью, там, например, или отложишь это на хотя бы на месяц, на два, подумать. Чем больше она времени пройдет, тем она старше будет, может быть, все поменяется, ей вообще не надо. То есть говорить не то, что ты не должна жить вообще никогда, это ужасно, вредно, гадко и так далее. То есть это психологически ломает. Кроме того, она, если она уже это попробовала, ей понравилось, она будет думать, вот эта тетка мне, значит, специально вот эти вот гадости говорит для того, чтобы меня запугать. Я все равно так делать не буду. То есть я вам обычно говорю, девочки, вы понимаете, это несет такое количество проблем. Вот. Я говорю, вы подумайте. То есть если вы будете делать то-то, этих проблем будет меньше или не будет вообще. Если же я ей буду говорить, ты что, это ужасно, это делать нельзя, то есть это либо не дойдет до нее, либо ее напугает, а потом уже другие проблемы начнутся. Так, давайте дальше. Значит, вот отсюда, прости, значит, что касается, ну, кроме того, значит, что у них, какие у них основной спектр проблем? У маленьких девочек это могут быть синехи, то есть это сращение малых половых губ. Это достаточно часто бывает, педиатры в роддоме после родов обычно говорят, мамам, вы туда не заглядывайте, не лазите сильно там, не мойте ничего и так далее. В процессе того, что они сейчас ходят в памперсах многие до 2 лет, и там и некоторые и дольше, вот у них в связи с тем, что очень идет большая регенерация тканей, а слизистые и кожа тонкие, у них получается так, небольшая прелость, губки маленькие, слиплись, буквально через день-два мостик кожный, эпидермальный с одной стороны, переходит на другой. Получается, они слипаются и как бы срастаются. То есть там первое время никаких, конечно, там сосудов между ними нет, то есть они вот за счет этого кожного мостика, они удерживаются, губки одна возле другой. И получается, между малыми половыми губами, то есть они не разводятся, как у взрослых, а бывает, она достается малюсенькая дырочка, через которую выходит моча. То есть их, в принципе, ну, если что-то беспокоит, то есть цистит и там еще что-то такое, мама жалуется, что писить больно, или что она там себе трогает и так далее, просто можно посмотреть, развести губки, присутствие мамы. Если они не малые, не разводятся, то есть не видно входа во влагалище, то, скорее всего, там есть синехи, их надо отправлять к гинекологу, либо к детскому гинекологу, их можно либо развести специально, ну, инструментом, обычно зондом, или ложечкой Фолькмана, ну, и либо же, значит, их можно там специальное лечение, которое делают эти синехи более рыхлыми, они могут разъединиться сами, если они свежие. Вот, ну, вульвиты, понятно, чаще всего это связано с глистами, либо недостатком гигиены, то есть мамам надо объяснять, что их надо каждый день купать, мыть, особенно там, особенно после дефекации и так далее, то есть об этом напоминать. Вот, больше воздушные ванны, чтобы они не ходили в памперсах, вот, в мокрых колготах и все такое прочее. Хотя в ситуации бывают разные. Вот, это что касается маленьких. Хотя иногда у них и бывают и более сложные проблемы, но это уже реже, то есть там опухоли какие-то наружных половых органах, и внутренних и так далее, но оно уже более как-то все-таки проявляется, то есть это вы с этим лучше не связываетесь вообще, а сразу гинекологу. Постарше, то есть где-то после 10 лет, то есть это или нарушение менструального цикла, опять-таки вульвиты, ну, кисты часто бывают фолликулярные, то есть это... Что касается фолликулярной кисты, в отличие от остальных истинных кист, то есть когда какие-то из тканей яичника, там огромное количество разных клеток, это каждая из которых может дать опухолевый рост, и классификация, ну, кисты яичника, там, ну, наверное, не меньше 30-40 разных разновидностей кист и опухолей и так далее и тому подобное. Большинство из них приходится все-таки оперировать. Что касается фолликулярных кист и кист желтого тела, это называется ретенционное образование, то есть это в принципе не является истинной кистой. Это образование, связанное с задержкой
жидкости, либо каких-то, ну, сред организма, вот, имеет вид пузырька, как правило, ну, не больше, чем 6-7 сантиметров. Фолликулярная киста образуется из фолликула, в котором, ну, в общем-то, содержится яйцеклетка. По какой-то причине развитие этого фолликула, выхода яйцеклетки не происходит, и в этом фолликуле начинает скапливаться жидкость, он растягивается, увеличивается в размерах, как говорю, обычно, ну, не больше, чем 6 сантиметров. Самую большую, которую я видел, где-то было 10 сантиметров. Они обычно тонкостенные, жидкость в них прозрачная, вот, и они через, и после лечения или без лечения в течение месяца-двух, иногда даже меньше, претерпевают либо обратное развитие, либо лопаются, эта жидкость выходит, как, ну, может немножко поболеть живот, и, как правило, они уходят сами. Если же, то есть за кистами можно там где-то месяц, два, три понаблюдать, либо их дети, ну, гинеколог назначает лечение, тоже понаблюдать. Если же они никуда не уходят, не деваются, значит, надо их направлять, желательно на третий уровень. Почему? Потому что, например, девочки, понятное дело, если даже оперировать, то лучше лапароскопически. Вот. А это делать чаще всего могут только, ну, в Одессе, получается. То есть либо наша больница, либо роддом, ну, есть некоторые роддома города Одессы, там, где есть гинекологическое отделение, например, пятый роддом. Вот. Но в основном все равно большинство стекается к нам. Потому что если они попадают в хирургию или куда-то не по профилю, то им делают, ну, не страдают чрезмерной хирургической активностью, могут удалить и яичник полностью. Не рожавшие девочки там лет 14-15, иногда вместе с трубой, потом, естественно, сложности. Либо чрезмерно его резицировать, либо хирурги любят вообще, вот они аппендикс удаляют, видят там какая-то киста, все, надо ее обязательно прооперировать. Если это фолликулярно, ее достаточно только проколоть, и в общем-то, и все. Ну, то есть, чтобы не было вот этой чрезмерной хирургической активности, то есть, пусть лучше едут в город, в областную больницу. Вот, то есть вот такие основной круг проблем. Значит, что еще будет? Это, естественно, планирование семьи. То есть они сейчас начинают жить половой жизнью где-то в среднем с 14-15 лет, 16. Хотя это не обязательно. Мне иногда говорят, а вообще девственницы сейчас после 18 встречаются? Я говорю, очень даже. И достаточно часто. То есть не значит, что сейчас такое ужасное время, и все так себя плохо ведут, и вообще, что это плохо, и так далее. То просто им надо помочь и защитить от разных неприятностей. Значит, что можно им рекомендовать в плане планирования семьи? Это вот по принципу желательности. То есть на первом месте презервативы, на втором комбинированные оральные контрацептивы, спермициды, введение ВМС. Джайдес – это та спираль, которую можно ставить нерожавшим из всех тех. И симптотермальный или календарный метод. Неотложная контрацепция – это, в принципе, всем тоже пригодится, не обязательно подростков, это потом дальше расскажу. Что касается презервативов, то на первом месте почему? Потому что, во-первых, они убивают двух зайцев, то есть они защищают и от беременности, и от заболеваний, передающихся половым путем. Во-вторых, учитывая то, что у них половая жизнь происходит, как правило, спонтанно, непредсказуемо, вот. То есть, если у них есть презерватив, то это уже хорошо. То есть, если ей удалось уговорить дети ему презерватив, то уже, слава богу, как говорится, много проблем будет решено. А вот, побочных эффектов у них, как правило, нет, кроме аллергии на латекс или вот эти вот все цветные отдушки, которые существуют. Вот, единственное, что их надо всегда иметь при себе, и, я же говорю, уговорить полового партнера его одеть. Я девочкам, правда, говорю, если он тебя любит, он оденет. Если он не одевает, значит, задумайся, а надо ли тебе это вообще все? И как он к тебе относится? Надо им, правда, объяснять, что одевать их надо тоже правильно. То есть, перед тем, во-первых, когда одевать, то есть надо вот с этого, как сказать, выступа, пупырочки, ну, не знаю, как говорится, выпячивание на конце презерватива, его надо сжать пальцами, чтобы в нем не было воздуха, и потом раскатать его по всему половому члену. То есть, если не выпустить из него воздух, при попадании в него спермы, оно перерастягивается и может разорваться. То есть, не было разрывов. Вообще, советовать обычный презерватив, потому что все смазки, они аллергенные. Если у них есть всякие пупырки, усики и все такое прочее, то именно в этих местах они наиболее слабое место, и они там чаще всего рвутся. Это в общем-то. И обязательно объяснять, что лучше их покупать в аптеках, ну, в крайнем случае, в магазинах. Ларьки, любые ларьки, солнце, срок годности смотреть и так далее. Что все неудачи, связанные с методом, связаны в основном именно с этим. Вот, значит... Хорошо было в Советском Союзе.
Баковского комбината резиновых изделий, да. А изделие номер один – это противогаз, да. Вот, ну тогда было за счастье его купить. А я где-то видела письмо женщины одной, она рассказывает, вот у нас был один презерватив, она еще после войны, во время войны. Он нам говорит, верой и правдой послужил с мужем в течение всех военных лет. Они его потом споласкивали, сушили. Тогда можете писать, какого качества была резина в те времена, которая выдержала столько лет, не потрескалась, не порвалась, ничего не случилось. Это другой вопрос, какие ощущения. Но в данный момент, в те времена, когда аборты было делать нельзя, то я думаю, их уже особо... Ну вот. И не все было плохо. Да, не все было плохо. Ну или, я говорю, сначала презервативы, на третьем месте, наверное, боты были, наверное, резиновые. Ну, наверное, я так себе думаю. Значит, что еще? И объяснить им, что они, как некоторые, сначала поживут немножко, потом, когда они чувствуют, что вот-вот эякуляция близко, они его вытаскивают, одевают презерватив, так тоже не надо делать. Потому что первое, инфекцию уже можно получить от смазки, выделяемой по партнерам при половом возбуждении. Кроме того, в этой количестве вот этой предэякулята, как его называют на Западе, содержится небольшое количество сперматозоидов от предыдущего полового акта. Если у него их много, то иногда этого бывает достаточно для того, чтобы она забеременела. То есть, а потом последующее одевание презерватива уже ничего не решает. И кроме того, как только произошла эякуляция, надо его извлечь вместе с презервативом. Потому что половой член уменьшается в размерах, презерватив спадает и остается во влагалище. Потом они приходят к гинекологу его искать. Вот, такое бывало тоже. Ну вот, в общем-то, что касается комбинированных оральных контрацептивов. Значит, пугаться того, что, значит, от них растут волосы, борода, увеличивается вес, там происходят еще разные страшные вещи, вообще ужасное слово «гормоны» на всех до сих пор действует ужасно, и все их боятся. Ну, вообще слово «гормоны». Дело в том, что они, во-первых, путают разные гормоны, если это гормоны надпочечников, то, естественно, если их перенимать не бесконтрольно, то там гораздо худшие последствия. Вот. Но к нам они, слава богу, не относятся. Кроме того, это еще с тех пор продолжается, как в 60-х годах появились первые оральные контрацептивы. Они были не очищены от, будем говорить так, мужских половых гормонов. Вернее, примесь их была к эстрогенам. И поэтому они вызывали действительно рост волос и увеличение массы тела. И дозы были совсем другие. Сейчас дозы в 10 раз меньше, чем были тогда. Вот. Поэтому пугать и вообще самим пугаться этого не надо. Значит, действительно, сейчас в выпуске имеется достаточное количество таблеток противозачаточных, которые уже современные. Они обладают, кроме контрацептивного действия, еще многие дополнительные лечебные эффекты. То есть, либо улучшают качество кожи, или нормализуют менструальный цикл, либо лечат некоторые заболевания. Вот. Они поэтому, в общем-то, еще и с лечебной целью назначают их. Вот, их, естественно, надо подобрать, но это уже может делать гинеколог. Кроме того, они из всех методов контрацепции не являются наиболее эффективным. Ну, только вот стерилизация или вообще воздержание эффективнее, будем говорить. Хотя и при стерилизации иногда женской бывают случаи беременности. Очень редко, но бывают. Вот, поэтому они самые эффективные и, в общем-то, подросткам хорошо, так как презервативы можно, в общем-то, пользоваться всем. То, что касается комбинированных, конечно, оральных контрацептивов, то это тем, кто живет все-таки более-менее регулярно половой жизнью. Если она живет вдруг там раз или два раза в году, или там хотя бы раз в месяц, то это, в общем, особого, не особо желательно, это и не нужно чаще всего. Хотя, в принципе, если она забеременеет, то это будет гораздо хуже, там, 14 лет. Я вообще многим же, вернее, врачам и женщинам говорю, что вообще наше все предназначение, женщины, это беременеть и рожать, и поднимать детей. Но мы с этим всеми силами боремся, благодаря, цивилизации, и вообще всему структуре нашей цивилизации европейской. Поэтому, в общем-то, мы этого не хотим делать. Естественно, все методы контрацепции, они имеют, естественно, какие-то побочные эффекты, показания, противопоказания и так далее. Это плата за то, что мы не хотим выполнять нашу основную функцию. То есть, соответственно, любой аборт, как бы он щадящим не был, там я дальше буду говорить о разновидностях аборта, все равно он гораздо вреднее, чем пользование любым методом контрацепции. Но если он нормально подобран, разумно, соответственно, нужно каждому человеку, как необходимо каждому человеку. Потому что оно и морально потом давит
Женщина, когда становится старше, у нее появляются какие-то проблемы в семье, там еще что-то. Она вспоминает и думает, тут я тогда 15 лет сделала аборт, а какая я была дура, теперь я не могу забеременеть или чуть уже 20 лет от бесплодия. Или еще что-нибудь. Или у меня вот сын такой вот всякой наркоман, а вот если бы я тогда вот того ребенка родила, так может моя жизнь иначе. Это ее будет грызть до конца жизни. Вот, и они с этим ходят. И потом депрессии и всякие другие проблемы. От депрессии, соответственно, полно всяких неврогенных заболеваний. Вот, которые опять-таки будут приходить к вам. Вот, поэтому, в общем-то, любой способ в любом случае лучше, чем вообще никак. Или народный, любимый наш метод, прерванный половой акт, который, в общем-то, это все нужно бегать по минному полю. Там вспышка слева, вспышка справа, успел, проскочил, не успел, как получилось. Вот, поэтому, значит, что касается еще контрацептивов. Почему они называются комбинированные? Потому что они состоят из двух компонентов. Эстрогенного и прогестеронного. Эстрогенный там всегда один. Называется этинилэстрадиол. В зависимости от того, какая его доза. Если его 50 микрограмм, они называются высокодозированные. Если 30, низкодозированные. Если 20, микродозированные считаются. Второй компонент меняется, вот от него зависят какие-то дополнительные эффекты, то есть уменьшение, например, антиандрогенный эффект, то есть улучшение там, состояния кожи, либо же нормализация там, менструального цикла, либо еще там так далее. Вот. То есть от второго компонента они обычно подбираются по-разному, вот. От него зависит уже лечебный эффект. Значит, бывают они однофазные и трехфазные. Однофазные – это когда в упаковке 21 или 28 таблеток, я потом объясню почему, все одинаковые. 21 таблетка, одинаковые по дозе, по виду, по цвету, в общем-то, и абсолютно не все разные, ну, одинаковые. Ну, пьют их все равно обычно по сливочке, просто чтобы женщина под ними обычно подписывает под каждой таблеткой день недели. Или 1, 2, 3, 4. То есть, чтобы она просто не вдруг забыла, чтобы она могла сориентироваться, выпила она или не выпила данную таблетку. Почему 21 или 28? Значит, 21 таблетка всегда гормоносодержащая. Иногда пьются они каждый, начиная с первого дня цикла, то есть с первого дня месячного, 21 день. В принципе, значит, считается, что можно, не обязательно с первого, но первую неделю от начала месячного. Но в принципе, чем раньше начнет, то есть лучше все-таки с первого дня, потому что первая упаковка максимального эффекта уже набирает к шестому-седьмому дню приема. То есть, если женщина начала с первого дня месячных, пока у нее закончится менструация, они уже действительно наберут, как говорится, силы и эффекта, и она может уже потом месячные заканчиваться, нормально жить обычно половой жизнью, ничем больше не предохранять. Если же она начала с пятого дня, значит, ей еще где-то 6-7 дней, ну, надо будет чем-то дополнительно предохраняться. Пьются они каждый день, в одно и то же время. То есть, например, там, если утром, то утром, вечером, то вечером. То есть плюс-минус 6 часов, не больше должно быть задержка. То есть либо до 6 часов раньше, либо на 6 часов позже. Вот. В одно и то же время, 21 день, каждый день по одной таблеточке. Потом делается ровно 7 дней перерыв. Потом, значит, соответственно, ровно через неделю, если женщина хочет продолжить, она опять начинает опять то же самое упаковку, уже вне зависимости, закончились у нее месячные, не закончились, только первые надо начинать, желательно же с первого дня месячного. Второй, значит, как правило, вот во время этого перерыва, где-то на третий, четвертый день этого перерыва начинается следующая менструация. Вне зависимости, закончилась она или не закончилась, ровно через неделю начинает новую упаковку. Если вдруг по какой-то причине она забыла выпить таблетку. Ну, вот она по вечерам, к примеру, пьет, забыла выпить ее. Значит, как только она вспомнила, она ее выпивает. Если там меньше 6 часов задержки этой, значит, ничего страшного. Если она утром вспомнила, значит, она ее выпивает утром, очередную вечером. Если же задержка больше 12 часов, она должна хотя бы 5 дней еще дополнительно чем-то предохраняться. То есть эффект ее уже снижается. Если она 2 дня забыла, значит, она 2 дня пьет утром и вечером, ну, 2 раза в день эти таблетки. Если 3 и больше, то у нее, как правило, уже начнется мазня и начнутся месячные. Значит, она тогда должна уже это отставить, ну, эту упаковку, сделать неделю перерыв, а месячные могут быть либо более обильные, либо более скудные на фоне этого, и начать уже новую упаковку ровно через неделю от той таблетки, ну, на которую она закончила прием. Вот, если вдруг, надо уточнять у них, если им советовать вдруг, или она принимает, или что-то ее беспокоит, не принимает ли она какие-то другие таблеточки, потому что есть ряд антибиотиков, есть нейролептики, транквилизаторы и так далее, они тоже снижают эффект
ранних контрацептивов. То есть они вообще, метаболизм подавляет половых гормонов. Поэтому, может быть, если они не наркоманы, ну, будем так говорить, вот, то тоже, естественно, почему часто у опиумных наркоманок и героиновых и так далее, у них месячные исчезают. Ну, само по себе истощение организма, кроме того, вот эти все препараты, они подавляют работу яичников. То есть, ну, а предохраняться они все, но хотят, они есть некоторые достаточно зажиточные женщины. Ну, в жизни все бывает. То есть надо уточнять, что она еще принимает. Если она принимает слабительные, то есть одновременно, то тоже может быть, быстрее эта таблетка проходит через кишечник, у нее может быть кровомазание, либо снижение эффективности. То есть вдруг она говорит, пила я их, пила ваши эти таблетки, и вдруг забеременею. Ну вдруг, если она при этом пьет какие-то морозники, какие-то летящие ласточки для похудательные чаи и прочее, и у нее постоянные расстройства и так далее, на это, либо же она приняла таблетку, у нее в течение 2 часов после приема оральных контрацептивов была работа, значит, надо, либо она, чтобы она пила свои слабительные другое время, не одновременно с оральными контрацептивами, а если была работа в течение 2 часов после приема таблетки, она должна повторить прием, после того, как вот эта вот работа прекратится. Значит, противопоказания, так, сразу. Значит, к ним относятся, это тромбоэмболические заболевания, то есть тромбофлебит и тромбоэмболии. Значит, варикозное расширение вен нет, но за ними надо так аккуратно и присматривать. Но если тромбофлебиты уже были когда-нибудь, то лучше не надо. Инфаркты, инсульты, опухоли, всевозможные локализации злокачественные, опухоли мозга вообще любые, психические заболевания, опять-таки, потому что они либо пьют какие-то лекарства психотропного действия, либо потому что они не контролируют свои действия и просто будут забывать принимать данный прием. Головные боли неясного происхождения, артериальное давление выше 160/90, то есть если она гипертоник. Острые заболевания печени, имеется в виду острый гепатит и цирроз печени. Если у нее там хронический холецистит, то это, в общем, не страшно. Тяжелый сахарный диабет, тяжелые пороки сердца, там, ну, где они, в общем-то, должны следить за коагуляцией, потому что все таблеточки немножко повышают свертываемость крови. Ну, это как один из побочных эффектов. Курящие женщины старше 35 лет, это не то, что им совсем категорически нельзя, но если она выкуривает больше, чем по пачке сигарет, и старше 35, у нее все равно будет на фоне этого повышаться свертываемость крови. Плюс сами таблеточки, и вместе тоже можно заработать какие-то тромботические осложнения. Вот. Ну, подозрение на беременность, кровянистые выделения из влагалища неясного происхождения, то есть тоже вот такое, в общем-то. Ну, там есть редкие заболевания крови и так далее, подобное. То есть если какие-то сомнительные, как правило, у подростков и молодых женщин этого всего не будет, но можно поинтересоваться тоже. Значит, это противопоказание. Побочные эффекты какие могут быть? Некоторые могут набрать пару килограмм веса, но это, как правило, первый-второй месяц приема за счет задержки жидкости. Потом это обычно все уходит. У некоторых повышается аппетит, если они бесконтрольно будут лопать, то они могут поправиться не только от гормональных таблеток, а просто зимой от того, что пройдет 2 месяца праздников. Вот. То есть это тоже надо, в общем-то, им объяснить, что надо все-таки контролировать как-то свои действия. То есть нитрина может поправиться не от таблеток, а просто от такого вот пищевого поведения, будем говорить. У некоторых увеличивается грудь, может даже до размера первый месяц, второй приема. Она может сама немножко стать плотнее и больше в размерах. Большинство людей на это не жалуются. Еще один такой, как говорится, как побочный эффект. У некоторых бывает тошнота, рвота, но очень редко. Обычно может подташнивать, поэтому если они хотят продолжать, то им надо сказать, что лучше пить таблеточки на ночь. То есть вот этот весь тошнота. Потом оно обычно, организм к этому адаптируется. Но это тоже не часто. Основной это все-таки побочный эффект. Это мажущие выделения. Первый, второй, ну максимум третий месяц приема между месячными. Причем оно может быть не постоянно. Не целый месяц. Может несколько дней помазать, он прекратится помазать. У некоторых просто вот месячные вроде как бы должны закончиться. Начал пить таблетки. А оно все чуть-чуть пачкается. Некоторые пугаются, бросают. У них естественно через 2-3 дня начинается
месячных. То есть надо предупредить, что это не страшно, что это пока отключится работа собственных яичников. То есть это никакие не ужасы, ничего, это все обратимо. Если же они все-таки их это напрягают, значит, им можно посоветовать попить настойку водяного перца с этим всем, там по 20-30 капель 3 раза в день. И аскорутин, который укрепляет стенку сосудов, обычно на фоне этого день, два, три, оно все уходит. То есть, чтобы они не бросали. Почему? Если женщина вообще хочет прекратить прием, желательно, чтобы она допила упаковку до конца. И потом дальше у нее идет нормальная менструация. Потому что если она бросает раньше, у нее не пойдут раньше, соответственно, на второй, третий, там, четвертый день уже после последней таблетки. Но они будут либо обильнее, либо наоборот не такие, как обычно, она опять будет пугаться. Вот. Сказать, если не планирует беременность, то есть она допивает упаковку до конца, потом начинает жить открыто, то есть возвращение фертильности, то есть плодовитости после отмены противозачаточных таблеток происходит обычно в течение там, буквально нескольких дней. Овуляция происходит обычно где-то в обычное время, то есть вот она перестала их пить, прошли месячные, где-то на 10-12 день она уже может беременеть. Некоторые вот так вот год-два попьют, потом прекращают, расслабились, и тут беременность сразу раз, и очень быстро происходит. Вот, так, что у нас еще из этого всего? Ну, в общем, основные такие вот побочные эффекты, чаще всего встречающиеся. Значит, они, это те, да, про монофазные, значит, сказал. Есть трехфазные. Они имеют, как правило, в упаковке тоже 21 или 28 таблеток, только они трех разных цветов. У них до изменения уровень гормонов, дозировка, ну, само содержание гормонов в этих таблеточках, она меняется, потому что у женщины она же меняется тоже, в принципе, уровень гормонов в течение менструального цикла. То есть там сначала чуть меньше одних, чуть больше других. То есть в зависимости от этого таблетки трех разных цветов. Их главное объяснить, что их не путать, их надо пить строго по стрелочке, потому что если она перепутает и начнет с конца или сначала, ничего страшного не будет, то здесь, если она их перепутает, то возможны тоже кровомазания и немножко, как говорится, нарушение менструального цикла. Для чего добавляют внизу еще 7 таблеток? Для того, чтобы женщина не сбивалась вот этого алгоритма. То есть она каждый день должна выпить одну таблетку. Это получается 21 день, она пьет неделю перерыв, некоторые думают, а надо, уже прошла эта неделя, не прошла, я забыла, я уже не помню. Так она внизу, вот там 7 таблеточек, они пустые, там гормонов нет, там обычно содержится либо фумарат железа, какое-то небольшое количество железа содержащего, ну, для восполнения нехватки железа у многих во время месячных, плюс там сахар и так далее, то есть они такие, как плацебо практически. То есть если там 28, вот эти 7 она может пить, может не пить, но в принципе они для того, чтобы просто она не выбивалась из этого стереотипа. Вот. Значит, что еще? Кроме комбинированных оральных контрацептивов, значит, есть еще пластырь, который действует, ну, эффект такой же. Пластырь называется Евро. Вот, он имеет вид трех пластыречков в упаковочке. Смысл такой же, то есть он маленький, он клеится на любую поверхность, на сухую кожу, обезжиренную, без волос, вот, кроме груди. То есть плечо, бедро, живот, поясница, попа, в конце концов, то есть любая обезжиренная поверхность кожи, значит, тоже в первый же день открывается первая упаковочка, ну, в смысле, первый пластырь вынимается, приклеивается на кожу, на 7 дней, ровно через 7 дней отрывается, рядом приклеивается второй, через неделю третий. То есть 21 день и 3 пластыря, это то же самое по 7 дней, четвертую неделю женщина ходит без него. Чем лучше, там доза еще меньше, чем в таблетках, оно действует, минуя желудочно-кишечный тракт, прямо в метаболизм происходит в печени, за счет этого оно не теряется в желудочно-кишечном тракте, и дозировка там еще меньше. Эффект тот же. Есть еще вагинальное кольцо, называется Новоринг. Значит, оно мягкое, вот такие где-то приблизительно размер, только не толстое, как ему палец, а где-то 3-4 мм толщиной. Полупрозрачное, оно вот такое мягкое, но можно так, как говорится, его сдавить и так далее и тому подобное. То есть пластичное, такое полупластика резинового такой консистенции. Но тоненькое, гладкое, скользкое. Из упаковки в первый день месячных вынимается, пальчиками аккуратно вводится во влагалище. Проталкивается туда, и оно, получается, обхватывается стенками влагалища, и оно там держится, не выпадает. Ставится
на 21 день. То есть женщина с ним ходит, оно не выпадает. Даже если оно выпало, но на крайний случай вдруг, его можно сполоснуть водой и поставить обратно. То есть от этого эффект не теряется. На качество половой жизни никак не влияет. 21 день женщина с ним ходит, потом аккуратненько пальчиком его зацепляет, вытаскивает и выбрасывает. Неделю без него, на следующую, через неделю ровно ставится следующее. За счет того, что всасывается, опять-таки, гормоны выделяются через вот эту вот поверхность вот этого кольца и сразу всасываются в сосуды влагалища. Непосредственно, опять-таки, минуя печень, желудочно-кишечный тракт, оно, опять-таки, доза там меньше, чем в таблетках. То есть для тех, кто не хочет пить таблетки каждый день, кто забывает, еще что-то в таком духе, то тоже оно прекрасно подходит. Кроме комбинированных оральных контрацептивов, еще есть чисто прогестиновые контрацептивы. Там содержится только второй компонент прогестина. Там доза меньше еще, чем в этих. Чем они хороши, их можно использовать кормящим женщинам. То есть вот женщина после родов, у нее даже еще нет месячных, значит, после родов подростки тоже рожают, соответственно, и кормят грудью. Значит, первые полгода после родов они могут пользоваться методом лактационной аменореи. То есть пока женщина кормит, постоянно по требованию, то есть не там по часам, как раньше нас учили в советское время, 4 часа, умри, ну не выдержи, пусть ребенок заорется, но терпи. Теперь вообще считается, вообще это всегда, всю жизнь считалось до начала индустриализации, когда женщина не работала на фабрике, что как только у нее ребенок пискнет, ему надо дать грудь, он пососет, успокоится, молока все больше, чем больше на его кормят, его больше прибывает, проблем не было. Кроме того, как только у нас опять ввели этот метод, вот буквально там лет 10 назад, количество стафилококковых маститов и прочих осложнений произошло практически на нет. Раньше все в роддомах пугали, о, там стафилококк не выводится. Оказывается, значит, все происходило от того, что ребенка мамы забирали на 3 дня, например, в детское отделение, он там тут же мгновенно получал больничную флору, а мама, значит, с грудью мучилась, сидилась, пока наконец-то и соизволяли дать того ребеныша. А так, получается, он только родился, буквально ему еще пуповину не пересекли, его кладут маме на живот. Он тут же знакомится с ее родной микрофлорой, в которой он будет жить всегда, не с больничной. И дальше оказывается все прекрасно, и в общем ничего с ним не происходит, и никаких инфекций, его не надо стерилизовать, мыть там дезраствором и так далее. Он прекрасно с этим живет, и гнойно-септических осложнений стало в разы меньше. И при этом ему дают пососать ту грудь, буквально он еще, пуповина еще пульсирует. Дело в том, что он там получает буквально первые капли молозива, но самое питательное, там содержится огромное количество иммуноглобулинов, как говорится, защитных веществ, и вот он его получает там буквально меньше кубика, наверное, но уже он получает и флору, и все такое прочее, и у нее тут же срабатывает рефлекс, у нее сокращается матка, у нее начинает прибывать молоко, и дальше все идет так, как, в общем, должно идти. То есть, как только вот она его начинает кормить по требованию, то, в общем-то, все происходит хорошо. Но дело в том, что если у нее достаточно молока, она его кормит, постепенно он растет, больше высасывает, больше спит, в общем-то, у нее больше молока, так оно, в общем, нормализуется, где-то действительно 3-4 часа он выдерживает, потом ночной сон. То есть, чем больше, тем сильнее, тем больше эти промежутки. Но после 6 месяцев, даже если у нее месячных нет, и она кормит по требованию, но уже прошло 6 месяцев, либо у нее начинают идти месячные, ей надо все равно пользоваться другим уже методом контрацепции, потому что этот уже недостаточно эффектив. И вот тут, если у нее идут месячные, ей либо можно посоветовать поставить спираль, либо же она может пользоваться вот этими чисто прогестиновыми таблетками. У нас два вида, это чирозета и лактинет. Они чем хороши, они не выделяются с молоком матери. То есть все остальные эстрогенный компонент выделяется с молоком и может попадать ребенку, то этот нет. И оно, получается, те подавляют работу яичников, то есть в них не образуются эти клетки, эти нет. То есть яичники работают в обычном режиме, то есть цикл такой же. Они сгущают слизь в шейке матки, не дают сперматозоидам продвигаться дальше. И если даже они туда продвинутся, они просто не могут там прикрепиться. Но если они оплодотворили ту яйцеклетку, она не может оплодотвориться, прикрепиться в полости матки. На этом и основан их эффект. Но за счет того, что там доза очень маленькая, их надо пить час-час. Если там плюс-минус 6 часов, то тут плюс-минус час. То есть женщина должна быть очень пунктуальной, следить их, принимать вот строго определенное время. И там их не 21, а 28 таблеток, пьются непрерывно. То есть на 28 дней пьет в одно и то же время, на 29 день начинает новую упаковку. Ну вот, чем их преимущество. Спермициды. Значит, это
как правило, свечи, крем, таблетки, которые ставятся во влагалище, действуют местно, убивают сперматозоидов, как говорится, местно. Значит, из тех, которые у нас есть, это Фарматекс или Эротекс. Еще были свечи Патентекс Увол, который тоже и наш советский контрацептив. А вот, ну не знаю, как он, есть ли сейчас или нет, но раньше это тоже было очень неплохо. Значит, эффект свечи, крем, таблетки. То есть, либо это тюбик крема с аппликатором, либо же это свечи обычные, вагинальные, либо это таблетки, они имеют вид как шипучий аспирин у пса, только тот, вернее, тот целый, а эти с дырочкой такой посредине, то есть как колечко. Их надо смачивать водой перед тем, как вводить во влагалище. Чем хорошо, то есть нет общего побочного эффекта, никто не будет говорить, что он поправится, усы вырастут или еще что-то происходит. Противопоказание обычно является только индивидуальной непереносимостью. Есть люди, у которых на него аллергия, они вызывают жжение, боли и так далее. Там, либо наличие какого-то сильного воспалительного процесса во влагалище. Подросткам подходит, но опять-таки таким, которые живут регулярно половой жизнью, потому что если она где-то на дискотеке будет, естественно, не будет носить с собой тюбик крема противозачаточного и где-то в кустах его вводить. Вот. Поэтому, в общем-то, а те, которые живут семейной жизнью, то могут абсолютно нормально пользоваться. Значит, какие особенности, вернее, или такие замечания? Значит, крем вводится непосредственно перед тем, как таблеточки, вернее, к свечи минут за 10 до того. И таблеточку надо смочить водой, чтобы она нормально, не сухое поставить, а смочить водой, и минут за 15 до того, чтобы она успела раствориться, образовать защитную пленку. Предупреждать женщин и мужчин, и мужей их тоже, что при пользовании этими препаратами нужно подмываться до того, как только чистой водой. Мыло, так как оно щелочное, а в состав их входит кислое вещество, спермицид, оно нейтрализует любой мыла, шампуни, гели и так далее и тому подобное, они будут нейтрализовать состав этого вещества, то есть она должна подмываться только чистой водой, до и после. Он, соответственно, до тоже только чистой водой. Если забудут, вот оттуда могут быть неудачи метода. Не половинить дозу, не экономить. То есть одно введение, один половой контакт. Есть еще тампоны, правда, Фарматекс, которые вводятся, имеет тампон с таким вот, как пришита такая, как петелечка, то есть его вводится во влагалище, он получается как чопик, перекрывает вход в шейку матки. Его можно поставить на 24 часа и, соответственно, жить с этим тампоном несколько раз, не меняя его. Я не знаю, как это у них физически чисто произойдет, с тампоном жить. Хотя в жизни, в общем-то, бывает все, это для таких ситуаций, когда там вдруг... Вот надо, а больше нечем предохраняться, а пользоваться беспрерывно вот этими вот средствами не получается. Вот, значит, что касается, почему свечи, крем, таблетки, значит, свечи, вернее, крем у тех женщин, у которых суховато, у них мало выделений, свечи подходят всем, а таблетки, наоборот, тем, у кого много выделений, то есть вообще исходно, даже нормально. Так, значит, что касается ВМС, то есть... Лет 15-20 назад это был очень популярный метод, его ставили их практически всем. Появилось большое количество воспалительных осложнений, потому что, в общем-то, и выяснилось, что спирали ставить хорошо тем женщинам, которые живут в моногамном браке. То есть она, у него одна партнерша, и он у нее один партнер. Потому что если уже у кого-то кто-то есть уже слева, а у того, соответственно, еще один, то цепочка это может до 20-30 человек. Соответственно, у всех там появляется какая-то чужая флора. И, естественно, чтобы вот этим нитям ВМС, которые свисают во влагалище, эти, особенно хламидии, трихомонады, бодро, как по шоссе, двигаются в полость матки, в трубы, вызывают воспаление. То есть, то есть это моногамный брак, в котором, в общем, нет никаких инфекций, вот тем людям они прекрасно подходят. То есть всем подряд так рекомендовать. Раньше по приказу Минздрава спирали подросткам, не рожавшим, не ставили и очень настоятельно не рекомендовали. Сейчас выпустили вот Джайдес ВМС, она аналог Мирены, только Мирена большая, а это маленькая по размеру, и в общем ставится в основном на 3 года, но она меньше по размерам, ее можно ввести подросткам. Если же они рожали, то там уже спектр не ограничен. Вот. Вводится во время месячных, обычно в такой день, когда больше всего выделений, для того, чтобы легче поставить, извлекается желательно тоже во время месячных.
Перед этим она должна быть, естественно, осмотрена гинекологом, взяты мазки, чтобы исключить заболевание, передающееся половым путем. Симптотермальный метод, календарный. Вообще, раньше это было, в общем-то, спасение женщин, кроме вот резиновых изделий номер два, все еще считали менструальный цикл. Кто помнит, в общем-то, в свое время даже журнал «Здоровье» о нем писал. Вот. Значит, заключается в том, что женщина может беременеть не в течение всего менструального цикла, а только посредине, в те дни, когда происходит овуляция, то есть выход яйцеклетки. Это где-то в среднем 3-4, ну максимум 5 дней. Потому что сама яйцеклетка живет где-то 2 дня, и сперматозоид тоже 2, где-то 2-3 дня. И вот в этот промежуток, то есть почему календарный? Значит, для того, чтобы определить, какие дни возможно зачатие, от дней цикла, то есть вот от первого дня до первого дня, а если у женщины регулярный менструальный цикл, например, там 28 дней, к примеру, стандартный, как считает, от этих 28 дней надо отнять 11 и 18. Значит, 28 минус 18 – это получается 10, и 28 минус 11, это получается 17. Значит, вот с 10 по 17 день цикла, считает первого дня месячный, вот это есть у нее опасный период, когда она должна либо чем-то железно предохраняться дополнительно, либо же не жить половой жизнью. А в дни до и дни после, так относительно будем говорить безопасно. 100% это тоже не дает. Но если подходит тем семейным парам, которые либо по каким-то своим, как говорится, идеологическим, ну, скажем, представлениям, то есть верующие, которые не хотят ни пользоваться никакими другими методами, они могут в те дни жить открыто, а посредине вот эти опасные дни, так называемые, вообще не жить половой жизнью. Вот, либо тем людям, чем он хорош, но он не требует никаких материальных затрат, кроме листика бумажки и градусника, потом объясню почему. Вот, и вообще календарика. Вот все, в общем, что им требуется. Вот, если для того, чтобы было, если, например, цикл 30 дней, соответственно, опять-таки от 30 отнимается 18 и 11, то есть опять-таки, и опять-таки получается, там, например, 30 минус 18 – это 12, и 30 минус 11, это получается 19. Вот с 12 по 19 день у них опять-таки. Если цикл 21 день, то тоже, соответственно, точно так же. Только у них там совсем маленькие промежуточки остаются. Вот. Для того, чтобы оно все-таки, оно бывает смещается на фоне каких-то эмоциональных всплесков, стрессов и так далее и тому подобное, может произойти две овуляции или две яйцеклетки созреть в одном яичнике. Одна чуть раньше, одна чуть позже. Такое тоже бывает. Как некоторые женщины говорят, я беременю всегда. То есть, значит, для этого надо еще взять градусник. И, в общем-то, есть специальные графики, которые можно рисовать. И проще всего взять просто тетрадочку. И, например, написать там 15 февраля, первый день месячных. Вот она отмечает там, пишет там 3 дня или 4 идет менструация. Потом начинает мерить температуру утром, не вставая, не пися. Вообще, не говорится, старается сильно не крутиться в постели. Вот как проснулась, задний проход, она вставляет градусник. Обычный ртутный меряет 5-7 минут. Не полностью, конечно, но вот эту узкую часть. Тоже предупреждать надо, потому что... И мерит как подмышкой 5-7 минут. Вынимает его, записала температуру. И так каждый день. По-моему, градусник пусть лежит рядом где-то с кроватью. И записывать вот это вот нудно, но... Зато экономно и, ну, эффективность, в принципе, практически как при презервативах. В те дни, значит, пока до овуляции, температура будет где-то 36,5, 36,6, 36,7, вот такая вот. В тот день, когда овуляция происходит, температура, вследствие того, что в этом пузыречке, в котором яйцеклетка находилась, там содержится прогестероноподобное вещество, прогестерон, он способствует повышению температуры тела. Температура тела поднимается где-то на полградуса в среднем. До 37, 36,9, 37,3, вот таких пределов. И держится так, должна в норме держаться где-то 8-10 дней. Вот. То есть вот если женщина вот так 2-3 месяца промеряет температуру, она может высчитать тот период, когда у нее действительно происходит овуляция. То есть день-два до подъема температуры и где-то 2-3 дня после. Вот это период, когда она может забеременеть. По вот эту градуснику, ну, меряет эту температуру и... Следя за вот этим делом, она может вот эти дни чем-то дополнительно предохраняться или не жить половой жизнью, все остальное. Если же она, наоборот, хочет беременеть, то она именно в эти дни должна жить половой жизнью, соответственно, наоборот. Вот. То есть вот это вот подходит, я же говорю, опять-таки, людям, которые живут нормально, регулярно половой жизнью, что если, опять-таки, это происходит от случая к случаю или где-то в антисанитарных условиях, никто мерить
градусниками ничего мерить уже не надо. Вот. И у тех, кого регулярно менструальный цикл, если у них месячные идут, а у них раз в 3 месяца, это ничего не даст. Вот, то есть вот таким вот образом, даже подросткам, естественно, лучше всего подходят либо презервативы, либо комбинированные оральные контрацептивы, либо вообще сочетание этих двух методов. То есть оно ее защищает и от беременности будет железно, и еще от заболеваний, передающихся половым путем. Значит, что касается неотложной контрацепции, давайте дальше. Значит, если они вдруг пользуются презервативом, и он у них порвался, или соскочил, или его просто вдруг не случилось, а у них, например, там опасный период, или вообще просто она боится. Значит, для этого есть ряд препаратов, которые могут ей помочь, потому что, давайте. Так, это мы все проскакиваем, как говорится, недостатки. Так, преимущество. Вот. Угу. Ну, в принципе, можно, значит, использовать. Для этого, значит, есть ряд препараты, которые продаются в аптеках, эффективны в первые 72 часа. Даже 96 это уже так. Как говорится, они обещают, но, честно говоря, чем быстрее эти таблетки будут приняты после непредохраненного полового акта, тем лучше. Имеет однократный эффект. То есть, если один раз произошел вот такой половой контакт. То есть, если их 2, 3, 4 за одну ночь, но считается от, время идет от первого полового контакта. То есть, вот эти 72 часа. Однократный эффект. То есть, если она их приняла, а после этого опять у нее произошел непредохраненный половой контакт, то ей опять придется их повторять. Оно уже после своего себя, как говорится, эффекта не имеет. Не защищает от инфекции, передающейся половым путем, и нельзя использовать регулярно. То есть это такая гормональная дубина, которую можно использовать там, ну, раз, два, три в году, а некоторые умудряются их несколько раз за цикл. Использовать отсюда потом и фолликулярные кисты, и нарушение менструального цикла, и кровомазание, и всякий гормональный сбой. То есть это не то, чтобы так вся подряд налево и направо. Давайте дальше. Значит, вот есть два вида таблеточек. Называется пастинор, и вторые называются эскапель. Значит, в пастиноре две таблетки в упаковке, эскапель одна таблетка в упаковке. Разница в дозе. То есть в эскапеле доза в два раза выше, чем в пастиноре. Все, состав, вернее, препарат, ну, само химическое содержимое одинаковое. Первые 72 часа, если это пастинор, она должна выпить одну таблетку и ровно через 12 часов еще одну таблетку. Если это скополь, то она принимает просто однократно одну таблеточку. Так, ну желательно все равно, что если у нее месячные, объясните, что если месячные не приходят вовремя, или даже если не приходят вовремя, то лучше все равно где-то через недельку после них показаться гинекологу. На всякий случай, потому что бывают разные и месячные, которые идут поверх беременности, и заболевания, которые передаются половым путем, которые... Значит, если вдруг они не оказались, значит, можно взять любые оральные контрацептивы, но чтобы в них содержалось не меньше 30 микрограмм этинилэстрадиола. Потому что микродозированные не подходят, их надо... Ну, их можно тоже использовать, но нам надо больше таблеток. Вот, значит, мини-дозированные... Она... Тогда можно использовать, она выпивает 4 таблетки любого мини-дозированного орального контрацептива. Такие, например, как регулон, марвелон, жанин, фемоден, к примеру, 4 таблетки. Чем быстрее, тем лучше. Тоже 72 часа вот эти вот висят над головой. И ровно через 12 часов еще 4 таблетки. Вот. Можно использовать чисто прогестиновые таблетки, чирозета или лактинет тоже. Но там надо выпить 10 таблеток и еще 10 таблеток через 12 часов. Ну, вдруг, если других не случится, как говорится. Вот. Что, естественно, что удобнее, конечно, пить пастиноры и удобнее, конечно, пить эскапель. Ну, или можно, если это, в общем-то, семейная пара, нет инфекции и так далее, в течение первых 5 суток после вот этого всего, что произошло, ввести ВМС. Но, опять-таки, если это какие-то посторонние половой контакт, неизвестно где с чем, то лучше этого не делать, что никто не знает, какие инфекции она при этом еще параллельно получила. Значит, что касается абортов вдруг. Значит, до 12 недель можно сделать либо медикаментозный аборт до 6, ну, до 7 недель делают теперь. Вот, значит, там он самый щадящий из них.
Для того, чтобы его все-таки сделать, нужно, значит, и чтобы я посмотрел гинеколог и сделали УЗИ, чтобы подтвердить, что таки, да, такой есть, ну, срок такой. Вот там дается, как правило, одна таблетка, которая вызывает гибель плодного яйца. И через 48 часов еще две таблетки, которые вызывают расширение, раскрытие шейки матки и изгнание этого плодного яйца. И вот, как правило, после приема вторых двух таблеток в течение суток оно идет как обильный болезненный меч. Иногда со сгустками и так далее. Оно у кого как, зависит от типа нервной системы, болевого порога. Некоторые говорят, просто живот тянуло. Некоторые говорят, что боли достаточно сильные. Но там, как правило, ну, 97% случаев оно происходит, я же говорю, просто как обильная болезненная менструация. Иногда, ну, в 3% плодное яйцо иногда бывает гибнет, но не выходит. Приходится иногда все-таки выскабливать. Такое тоже предупреждать надо, что это все не 100%, а можно попасть в этот процент. Очень редко бывает так, что она его пропивает, а гибели плодного яйца тоже не происходит. Ну, такое бывает, но очень редко. Вакуум-аспирация, то есть мини-аборт, делают до 5 недель. То есть там происходит просто отсасывание полости, ну, слизистой полости матки, эндометрия вместе с этим маленьким плодным яйцом до 5 недель делается вот наконечником, вот приблизительно, да нет, даже тоньше немножко, чем вот эта ручка. Поэтому, в принципе, ограничение в сроках, потому что более крупный плод, он просто не пройдет через этот наконечник. Условия стационара под обезболиванием. Иктеритаж, это делается, ну, естественно, там с 3-4 до 12 недель беременности. То есть просто выскабливание полости матки, удаление плодного яйца вместе с эндометрием. После 12 недель беременности, значит, прерывание проводится только по медпоказаниям. Причем вот этот вот промежуток с 12 до где-то до 17, до 18 недель аборты не делают. Ну, в любом случае, официально, легально и нормально, будем говорить так. Потому что для обычного выскабливания там просто технически извлечь, он становится крупный, и где-то в 12-13 недель он уже имеет где-то вот такие размеры плод. Он где-то около 100, до 100 граммов уже весом. Голова вот такая вот, вот такие вот стопы, ноги и так далее. То есть его одномоментно удалить нельзя. И это очень опасно, чревато и перфорациями, и кровотечениями, и травмами, и всем чем угодно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, технически просто извлечь оттуда очень сложно. Из-за размеров и вообще. Там обычно получается тазик крови и вообще это очень крайне неприятное зрелище. Я говорю, один раз заснять, показать всем подросткам. И, наверное, бы очень хорошо бы помогло, лучше, чем наши разговоры. Вот. А в 17, начиная с 17-18, то там уже производится прерывание, то есть это, как народе называют, искусственные роды. Вот. По имеющимся приказу Минздрава, теперь оно делается до 21-22 недель. До 2006 года это делалось до 26-27. Сейчас, так как ребенком считается уже плод больше 500 грамм, а он после 22 недель весит уже 500 грамм и больше, иногда и раньше даже, вот, то, соответственно, то уже считается детоубийство. Поэтому после 22 недель никакую уже беременность не прерывают, ни под каким, что бы там ни было. Вот, до 20, значит, где-то с 17-18 до 21-22 недель возможно прерывание беременности в позднем сроке по медпоказаниям. Медпоказаниями являются тяжелые экстраенитальные патологии, то есть разные декомпенсированные состояния женщины, тяжелые пороки сердца, тяжелая гипертония, вот, тяжелый там, сахарный диабет, очень декомпенсированный, значит. Другие заболевания чаще всего это еще врожденные пороки развития плода, которые подтверждены не меньше, чем двумя, а то и тремя УЗИ, причем хорошими эксперт-класса, вот, на которых выявляются пороки, несовместимые с жизнью. То есть не такие, которые можно еще прооперировать, он будет жить, а такие, которые действительно он погибнет либо внутриутробно, либо сразу после рождения. Вот, для того, чтобы решить, ну и значит возраст беременной до 15 лет, как только ей исполняется ровно 15 лет, она считается уже половозрелой, и это не является показанием к прерыванию. Либо старше 45, ну это так, в принципе, еще. Вот, такие показания, как там многодетность, социальная необеспеченность, развод во время беременности, там смерть мужа или там, например, тюремное заключение мужа, это давно уже с 2006 года запретили, то есть социальные показания отсутствуют. Женщине говорят, что если вы не хотите, вы мрашаете, оставляйте государство, государство его воспитает, подымет.
Вот, значит, для того, чтобы это все произведено было, женщина обследуется, ну, девочка там или... А вот у нее, ей пишется направление гинекологом. К нам в областной центр планирования семьи у нас по вторникам заседает комиссия, которая решает эти вопросы в составе областного акушера-гинеколога, заведующей нашей консультацией, там еще врача, который осматривает это все дело, делают перекрестные УЗИ, и, в общем-то, решается вопрос, можно ей это делать, нельзя, и нет ли там показаний, противопоказаний, потому что иногда даже надо прерывать, а иногда прерывание не менее опасно, чем и роды у этой женщины. То есть этот вопрос надо решить. Она обследуется, и по вторникам, я же говорю, он направляется где-то с 10 до полпервого, до часу заседает вот эта комиссия, которая решает эти вопросы. Значит, обследование для обычного аборта – это РВ, группа крови резус, анализ выделений на флору, УЗИ, ну и в возрасте до 15 лет заявление матери или отца, или опекунов ребенка. После 15 она уже может, в принципе, решать вопрос сама, но документы все равно и желательны, ну, вернее, необходимы для того, чтобы, то есть, либо свидетельство о рождении, паспорт. Так, значит, что? Возможности вообще семейных медсестер, врачей, то есть обучение девочки и матери половой гигиене, понятно. То есть, в любом случае, напоминать о том, что они должны туда регулярно заглядывать, потому что бывают случаи очень... Как-то приезжала к нашему генетику семья, а у них был вроде как бы мальчик 4 года, а потом что-то их насторожило в районе, потом выяснилось, что оказывается это девочка с адреногенитальным синдромом врожденным, у которой, в принципе, пол генетический женский, а обнаруженные половые органы имеют, ну, мужской вид, то есть гипертрофированный клитор, увеличенный, половые губы практически выглядят как мошонка и так далее, и тому подобное. То есть паспортно считался мальчик. А потом уже говорю, то ли УЗИ сделали, обнаружили матку яичники, то ли еще что-то там, я уже не помню, это было давно. Но во всяком случае сказали, что надо оперировать, превращать в девочку, потому что мальчик говорит, да что ж это такие добрые, гарный хлопец был у девку превращать, это папа, ну, сказал. А вот, то есть... В любом случае, но осматривать их надо, чтобы не было потом... Первичный осмотр, отбор на второй уровень, понятно, то есть это я уже говорила. Консультировать по планированию семьи, контрацепции, это тоже. Санитарное просвещение, ну, понятно, в общем-то. Патронаж, забор цитологический, то есть ваши медсестры, на них возложится еще обязанности акушерок, которые сокращают. Некоторые у вас медсестры-то и есть бывшие акушерки, которые все равно цитологические, то есть как смотровой кабинет, должны будут забирать цитологические мазки у женщин и, в общем-то, и вызывать их, если что, если там какие-то, и направлять гинекологу, если там какие-то отклонения. Значит, ну, так кратенько, заболевания, передающихся половым путем. Их много, в общем-то, вы видите, какой букет. Вот. Значит, к вам могут попадать все вот это вот, встречаться. Значит, что настораживает? Выделение из половых путей, понятно, опять-таки, зуд, жжение наружных половых органов, какие-то усиленные выделения, мацерация, корочки, расчесы, боли при мочеиспускании, появление припухлости, покраснение в паху, увеличение лимфоузлов, особенно паховых, язвы на половых органах, причем, я же говорю, сыпь, особенно если эти язвы, и сыпь не болит, не зудит, сифилис не чешется и не болит. Если нет присоединения другой инфекции, у меня была женщина, жирю, красавица, я до сих пор ее жалко, нельзя было сфотографировать, можно было студентам показывать. Три целующиеся язвы на половых губах, такие, одна напротив другой. А вот, трихомониаз, ну сам по себе, сам красивый. Значит, в паху увеличенные лимфоузлы, причем безболезненные. И такая бледно-розовато-синюшная цыпь на животе, которая тоже не чешется. Она говорит, что это у вас за сыпь? Какие-то язвы чешутся, вот там, ну, у нее же, говорю, трихомониаз еще ко всему был, то есть еще воспаление на фоне этого всего. Вот это помидорами она привозит, дорогой, мы на этих мешках там с помидорами спим, это у меня аллергия от помидоров. Я говорю, они чешут, она чешется? Нет. Я думаю, да, уже это не может вообще весь этот вид. Там классический такой студенческий случай, вот был. Ну, естественно, мы ее направили в кожевендиспансер, там оно все подтвердилось, пролечили и, в общем... Хотя сейчас, в принципе, даже дерматологи, дерматовенерологи говорят, что скрытого раннего сифилиса где-то 60-70, а то и больше процентов. То есть у них может вообще ничего не беспокоить. А потом случайно при обследовании на какую-то операцию, еще что-то там, набор РВ, а там приходит 3-4 плюса, то есть резко положить. Не забывайте это. То есть они к вам попадают, какие бы они ни были, приличные. Ко мне попадали абсолютно нормальные, приличные женщины с положительным РВ, которые вообще не могли представить, откуда оно, и их ничего не беспокоило. Вот. И какой-то был всплеск
где-то в конце 2000-х. Сейчас немножко затихло, но тоже они уже, если попадают, то там уже какой-то вопиющий тоже случай. То есть лучше пусть дадут, потому что он никуда не девается, это точно такое же социальное заболевание, как туберкулез, его меньше не будет, его только будет больше и больше, а народ сейчас бесконтрольно пьет антибиотики, поэтому клиническая картина смазана. Пусть они все сдают первое. Что касается статистики, то по детям и подросткам, то по сифилису и по трихомониазу мы практически впереди всей Украины, среди подростков. Ну, на втором месте Донецк, там еще там пару городов. Ну, в общем-то, неудивительно, крупные промышленные города, учитывая сейчас вот эту всю ситуацию, то его будет только больше, больше и больше. Дай бог, чтобы еще святого типа не было, как обычно во время революции. Поэтому лечит его, естественно, только в кожвен-диспансерии. Гонорея сейчас редко встречается, но опять-таки классическое, вонючие зеленые выделения в обильном количестве, боли при мочеиспускании. Если это мужчина и женщина, их лечат в кожвен-диспансерии, для детей существует тоже, в общем-то, в Одессе детский кожвен-диспансер находится на 15-й станции Фонтана. Там этим занимается лечением сифилиса и гонореи. Значит, трихомониаз лечит гинеколог, либо детский гинеколог. Вот, генитальный герпес, значит, герпес он может быть везде, им инфицированным 85% где-то процентов населения, а то и больше. Вот, в норме он может себя никак не проявлять, их выделяют первый и второй тип, и считается, что первый, как правило, высыпает верхнюю половину туловища, лицо, а второй это ниже груди, ниже пупка, то есть это половые органы. Но это уже, в общем, вовсе не обязательно. Иногда же приходят женщины, да и мужчины тоже, в принципе, говорят, у меня какие-то пузыречки, ранки, то есть тут надо еще дифференцировать, конечно, с сифилисом каким-нибудь тоже, с примесью другой инфекции, но у них, как правило, очень резкая болезненность, когда моча попадает на вот эти вот ранки, они достаточно долго уходят, тоже могут увеличиваться паховые лимфоузлы, могут подниматься температура. Вот, то есть это тоже желательно либо дерматовенеровых, либо гинекологах, либо уролог, если это мужчина. Но тоже РВ обязательно набирать. Потому что у них еще бывают там разные плоские бородавки, папилломы, вирусная инфекция, но тоже, в общем-то, вирусная инфекция, которые их там целый букет, то есть около 100, а то и больше разновидностей вирусов папилломы человека. Разные из них разные вызывают изменения. Некоторые бородавки, некоторые подошвенные бородавки, папилломы на теле, разные невусы, часть из них онкогенные, они вызывают в дальнейшем, если не лечить, рак шейки матки, то есть дисплазии, потом предраковые, раковые изменения. Есть такие, которые вызывают кондиломы, вульвы, влагалища и так далее. То есть разные. Вот, лечат их либо дерматовенеролог, либо гинеколог, либо если не очень больших размеров, то хирурги удаляют хирургически. Гепатиты В и С, к сожалению, тоже передаются половым путем. То есть женщины, которые ими болеют, надо предупреждать, что можно заразиться или заразить кого-то половым путем. ВИЧ, соответственно, в принципе, вам, наверное, по ВИЧу что-то отдельно говорить будут. Или говорили? Говорили. А вот, то есть, в общем-то, тоже их направлены. Есть специалисты, или в КИЗ направлять, либо в спеццентр. Ну, в общем-то, вопросы. Ну, есть вопрос, как вы видите в чате, только слова благодарности, в частности, Тарутина говорит, спасибо, очень-очень интересная и полезная информация, Ширяевская район присоединяется, Котовская и прочие районы. Местные наши присутствующие в зале, подзаснули? Какие-то еще вопросы? Интересно было, как говорится, любви все возрасты покорны, а потом узнать надо в любом. Да. Спасибо вам большое за лекцию. И всем в области спасибо за участие в занятии. И до следующей недели. Всем спасибо. До следующей недели. До следующей недели.